Ребята, всем привет! Меня зовут Олег Савчук, я креативный директор, основатель компании Mate and Mate. Мы находимся в Лондоне, очень много работаем с дизайном. Так недавно у нас пришел большой очень объем задач, где мы решили привлечь дополнительные ресурсы, обратились в Upwork, потому что работы, которые выдают ребята, они очень подходили нам по стилю. Подошли нестандартным путем, решили привлечь сразу 5 дизайнеров для решения одной и той же задачи. Двое из них показали колоссальный результат. В целом, каждый из ребят показал свое отдельное направление, то есть это не было шаблонным подходом в решении одной и той же задачи. Мы остались очень довольны, мы каждому сотруднику, который был привлечен, каждому студенту, который был привлечен к проекту, оплатили деньги, то есть никто не делал для нас работу бесплатно. С двумя мы продолжаем сотрудничество. Что касается самого Crew Upwork, ребята действовали очень оперативно, всегда были на связи, подкидывали разных студентов в зависимости от наших задач, в зависимости от стилистики, которую мы диктовали. Что еще привлекло внимание, что ребята после обучения выпускаются полноценными боевыми единицами. Безусловно, нужно не забывать, что это студенты. Каждому студенту нужен индивидуальный подход. Нужно погружать в задачу, давать насмотренность. Но это люди, с которыми можно начинать работать в студии. То есть вы, привлекая такого человека, не берете себе обузу, вы начинаете работать с готовым человеком, которому просто с высоты вашего полета начинаете подгружать контентом, начинаете человеку объяснять, давать больше боевой экспертизы. Короче, в целом все было очень круто. Mate and Mate, London, Upwork.